В Люберцах стартовал социальный раунд «Маленький пассажир, большая ответственность». Чтобы привлечь внимание к важности соблюдения правил перевозки детей, инспекторы ГИБДД проводят в округе разъяснительные беседы и тематические акции. Одна из первых встреч состоялась в детском саду «Радуга». Эти светофоры отличаются тем, что это для машин, по нему едут водители, а это для людей, правильно? Сегодня в группе «Маленькие академики» урок безопасности дорожного движения. У доски учитель в погонах, инспектор Люберецкого отдела ГИБДД Светлана Сидорова. Сначала ребята повторили правила, которые должен знать каждый юный пешеход. Затем более подробно рассмотрели ситуации, когда ребенок находится внутри автомобиля. У кого кресло? Поднимите руки. У меня кресло. Удерживающее устройство есть у всех, но инспектор хотел убедиться, что каждый ребенок пользуется ими правильно и может пристегнуться самостоятельно. Молодец. Самое главное – это пристегиваться, когда ты в машине, потому что это кресло спасает человека. Чтобы донести эту простую истину до как можно большего количества людей, в ближайший месяц сотрудники госавтоинспекции посвятят подобным лекциям в детских садах, школах и торговых центрах. С 21 марта начинается у нас по 17 апреля социальный раунд «Маленький пассажир, большая ответственность». Повышается нагрузка на улично-дорожную сеть транспортных средств. Да? Учащаются поездки, потому что зимний период заканчивается, наступает весна. Так сказать, все просыпается. Да? В том числе и дети уже чаще перевозятся на дачные участки, за город. На этот период инспекторы ГИБДД запланировали серию акций «Детское кресло». Они будут проверять соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, в частности, наличие удерживающих устройств и правильность их использования. Напомню, штраф за отсутствие детского кресла – 3000 рублей. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.